первое. Давай, закроем давно. Слушай, Тюба, не переживай. Тюба, королева Ютуба. Там малина, ты видел, нет? Очень занят кашей. Очень занят кашей. Малина неинтересна. Но он наелся ее днем же. Ты же кормила. Молочную кашу. Ну, она же там тоже с фруктами. Там это манго какая-то фигня еще. Я состав почитать. Я бы ее сама ела, на самом деле. Тюба, королева Ютуба. Иди хоть ягод поешь, люди тебя собирали. Я бы уморилась только собирать, там, ведро целое перевернуть. Я же помню, как мы в детстве за смородиной ходили. Угу. Ведерко на веревочку к шее привязываешь. Делали так, да? Угу. Вот. И кто вот первый, это, кастрюльку эту, в кастрюльке привязывали, да, ручки? Угу. Кто первую кастрюльку заберет? Ой. Я тебе скажу. И бегаешь по кущерям этим смородиной. Где крупнее, чтобы быстрее собрать. А и крупный, как на грех, нигде нет. Тюбочек. Подожди, дойдет. Да вкусно. Тюба-тюба. Какой занятой парень. Не знаю, что будем делать, когда эта каша закончится. Он ее так полюбил. Покупать. Покупать, а где? Я ее не видела в продаже ни разу. Ну, я вообще такой ходок по магазинам за бетонным забором. Это, это заканчивается, как это, зона комфорта. Нельзя за ворота выходить. Там покидаешь зону комфорта. Надо было ягоды в кашу положить. Да нет, он их съест же все равно. Съест. Это вместе было бы. Ну вот просто, видишь, предпочтение, да? Вот у меня эти маленькие. Они же, блин. Ну, вот сейчас они ели молоко. Они, конечно, скрипели душой, но они есть хотели и ели молоко. Так обычно молоко без мяса не едят вообще. Ну, Тюбика, малина как? Малина, скажи, это на десерт. На десерт. Он же понимает, он же взрослый медведь уже, опытный, молодец. Знает, надо сначала поесть, а потом десерт. Да, Тюба? Сначала надо поесть, потом десерт. Молодец. Слушай, так, давай это самое. А я пойду остатки ему вылью. Он же похудеет вдруг. А он здесь и эту кашу. Thank you.
приехала, я видела, у нее живот подведенный. Я думаю, что это все-таки за дорогу. Сейчас смотрю, опять пузико нормально. Даже все хорошо. Просто боюсь, когда дети худые, я переживаю сильно. Поэтому ничего, аппетит нормальный. Пузо восстановилось, поэтому все хорошо. Угу. Жить можно. Каша на десерт. Спокойно можно. Нет, десерт у него не ягоды, он же не дурак. Ой, ягоды на десерт, да. А ту кашу тоже поел? Да. Ну, часть поел, часть, конечно, размазал. Ну, им надо размазывать, чтобы потом поесть. Угу. Не, он хорошо ест. Я тебе скажу, что он ест как... Ну, больше чемпика сейчас. Потому что он растет. Они растущие, они едят больше, чем взрослые. У меня что, львы так? Вот, которые растут, они едят больше, чем взрослые. Когда они взрослеют, они начинают есть меньше. Слава богу. Можете покормить. Вот. Не, ну я просто это уже так это вычислила. Ест, слава богу, хорошо. Вкусненько тебе там было. Молодец. Аж постановит. Угу. Молодец. Мамки еще тут не хватает. Ну, видишь, он сегодня... Он, ну... Когда пальцы сосет, он то жужжит, то не жужжит. В основном, на самом деле, жужжит, если правильно пальцы вставить. Угу. Там тоже свои нюансы есть же. Ну, сосательный рефлекс свой. Ну, вот видишь, они сосут пальцы от неудовлетворенного как раз сосательного рефлекса. Ему не хватило. Угу. Поэтому он пытается его как-то дососать. Реализовать. Да, он пытается его дососать. Ну, целую эту чашку съел. Очень целую. У него там еще есть. Нет, понятно. Ну, да, тут... ты знаешь, сколько он сегодня съел уже? Ты видел, сколько ему Алик дал? Угу. Алик тут ходил вокруг него. Маленький приехал. Как бы там ни было, он любит их всех. Переживает. Фух, ты вылезал все. Вот эту, кстати, морковку молодую привезли. Надо попробовать, как он ее будет, не будет. Потому что она так пахнет, что я слюной схожу, не выхожу. Так, теперь маленькая закусить. Понеслась. Надо выдержать паузу. Ой. Что, меда туда не добавили, да? Нет, не добавили. Или сгущенки. Сгущенки. Сейчас, кстати, можно принести. То и другое да есть у нас. Это уже в следующий раз. Мед и сгущенка. Да там еще у тебя есть часть каши. Да. Какой же я, подождите, оставлю на вкусное. Иди сюда, Тюба. Парит, как будто бы мороз на улице. Ага, пар. Дыхание. Ты руку мне дашь, друг мой? Нет, чем руку? Не дашь. Язык нет, дал. Скажи, я там занят, я там, у меня там еда еще не вся съедена. Очень переживаю, пока ты меня отвлекаешь, что ее сопрет. Самое главное, что никто не сопрет. Ну ладно. У тебя. Кубочка. Там каша вам на завтра варится. А что ты не жужжишь? Ты же жужжал. Угу. Сегодня же жужжал, ты же слышал. Угу. Я тебе говорю, он на камеру не работает. Угу. Не тот медведь. У меня сейчас коты мои. Офигеешь, что от меня медведями пахнет опять. Да? Тюба-тюба. Ладно, Тюба, иди спать. У тебя еще там есть остатки каши. Скажи, еще душ нет, какой спать? Еще остатки каши, еще малины. Еще душ нету. И вообще. Какой спать? Я на завтрак иду кашу варить, мой хороший. Лапоньку дай. Давай Обращаемся. Полапаемся. Маленький такой Тюба.
Тюба-тюба. Пока-пока.